Всем привет. Тричка. Опять жарко. Где тачку? Вчера разгружал там эту землю, опилки в этого, в теплицу. И поставил, короче, вот так вот передом на улицу. И тут ее очень хорошо, что она не нагрелась. Вот, прохладненько. Ну, я думаю, она сейчас нагреется у меня за весь день. Она сегодня опять 35 обещает, я смотрел. Сейчас, короче, я еду в город. Мне надо получить разрешение на оружие. Все там. Я документы все взял. Ага, все взял документы. Не взял я ни хера документы. Приготовил и, короче, их оставил. Чуть не стартанул. Взял все документы. Поеду по... Нужно получить разрешение. Я продлил. И... Так, где они? Угу. Все, я уехал, Мэри. Заебайся. Ты что, уехал бы в город без документов? И вот надо забрать разрешение на оружие. В аптеку заехать, там что-то еще. А в аптеку заехать и купить перекись для бассейна. Канистров 5, наверное, не по 10 литров. У меня одна есть. Мне хватит пока. Главное, чтобы они были, потому что чем жара, ну, больше 27 градусов плюса, то эффект перекиси уменьшается. Соответственно, если такая жара будет постоянно, то перекись надо будет больше заливать, чтобы вода не цвела в бассейне. Вот такая задача. Не знаю, понятно, нет? Но едем. Все, Максик на разборке. Задание дал. Что нужно разобрать, что приготовить. А я поехал. Дальше. Дела делать. На улице жара, жесть вообще. Я, короче, приехал к разрешителю. Ну, вернее, я приехал сюда полтора часа назад. Все бумажки отдал, все у меня проверили, оружие проверили. Все путем. Квитанцию на штраф, потому что у меня разрешение закончилось, мне надо оплатить. Вот. И все, и ждать на госуслугах уведомления, когда приходить получать разрешение. Все, самую важную, такую тяжелую, нудную вообще процедуру завершили. Сейчас поеду домой, обед, и поедем камни для бани, для сауны надо купить. Перекись водорода, да, для бассейна. Он уже, Маринка фотки прислала, он уже полный, наполнился. Надо туда заливать, ставить станцию, фильтра все, и уже скоро купаться. Все, я переоделся, пообедал. Сейчас поеду с Маринкой, поедем за перекисью, потому что, ну, вот такая херня. Вот такая вот у нас водопроводная вода из Зубчининовки. Желтая, блин. У меня одна канистра есть, перекись, но это мало. Поедем штук 6 возьмем еще, чтобы было. Нам на 2 месяца должно хватить, на 3. Ну, смотри, какая жара. Чем сильнее жара, тем меньше. Ну, чем больше перекиси уходит. И камни для печки, для бани, для сауны тоже купим. Все, понеслась. Жарковато здесь у нас. Что тут у нас растет? Растениям тоже жарко. Ладно. Заезжали сейчас за перекисью. Ее нету. Закончились объявления. Написано временно. И телефон. Я записал телефон. Позвоню еще послезавтра. В Теплодар заехали. Тоже камень кончился. Какой нам надо? Ну, нам надо 2 вида разных. Тоже закончился, сказали, через месяц только будет. Сейчас вон в московский заехали. Что-то Маринки тапки какие-то посмотреть, там шлепанцы. И потом еще в другой печной магазин заедем. Может, там у них есть камень для сауны. Берем камни для каменки, для бани, для печки. И сетку нам еще. Которая 800, вон ту прямую.
будем топить. Ну, надо проверить парную сначала. Очередной этап стройки бани идет. Закупили камней на печку и разных приколюх. Сейчас домой приеду, покажу, что именно. Вот тут у нас в ведрах камень для бани. Здесь вот чугунные ядра для внутренней каменки. И вот тоже везде коробки с камнем. Сейчас промою все. Ну не сейчас, чуть попозже. Сейчас тепличку доделаю. Этот, выгружу туда этот грунт. И потом буду заносить. Все это надо все промыть. И будем укладывать в парной печку. И можно уже будет париться. Мне надо проверить, как прогревается парная, температура, как нагреваются камни, печь. И потом уже доделать остальное. Уже дверь, пауки, все дела. А еще одну штучку мы, короче, купили, чтобы я мог вести замеры. Термометр. Тут влажность показывает и температуру в парной. Будем проводить испытания. Пока ездили за этими банными принадлежностями, камнями, всеми делами, заехали в этот вкарь, в московский. И он я себе тапочек прикупил. Бегать летом. Что там? Короче, две, а одна в подарок в каре. Нормально. Еще пойдут удобно. Такие вот. Все гонять нормально. Ладно. Будем чай пить. Надо заниматься теплицей и парной. Работаю в огороде. Соседи там комаров или морили, или динозавров. В огороде вообще дышать невозможно. Сейчас туда что-то он ведра отнес. С этим. С камнями, думал, промою водой. А там, блин, ужас, вообще чуть не задохнулся. Так что придется пить чай с клубником. Итак. Вот, короче, что я взял для бани. У меня входит в печку, в сетку 198 килограмм и во внутреннюю каменку 30. Для внутренней каменки вот такие чугунячки. Сейчас я взял. Это чугунные ядра для внутренней каменки. Они очень сильно нагреваются и долго держат тепло. И вот такие вот керамические шары. По цене сейчас не помню. Эти что-то 680. Одна упаковочка 5 килограмм. Вот. А эти 600 рублей. Одно тоже 6 килограмм. Я вот два взял. Это у нас 12 и 10. 22. И сюда еще я. Вот недорогой габродиабаз. Это для внутренней каменки. Он не боится перепадов температур, как бы, ну, то есть, пойдет. Это чтобы разбодяжить немножко вот эту тему, потому что если все это забивать, это дороговато получается. И в основную сетку, это вот малиновый кварцит, вот такой вот. Ну, естественно, он все весь отмоется, вот такой вот. И белый кварц. Сейчас я гляну. И вот такой вот камушек. Это будет в перемешку с малиновым. Будет очень красиво. И тем более они что-то полезные там каким-то свойством. Этот вообще кислород типа выделяет там еще что-то. Вот. Его называют, по-моему, жаркий лед, что-то такое. Вот такой комплектик я взял. Этих 140 килограмм, того 100. Ну, здесь 6 ведер и 4 я уже туда унес. В огород. Но там сейчас находиться невозможно, потому что там соседи поморили комаров, и там хоть топор вешай, дышать кашляю. Короче, нежелательно там находиться. Зато у нас не будет. Вот такую тему. На, по деньгам. Сейчас я скажу. 12 600 и
5700. Короче, около 19 тысяч. Вот это вот все мероприятие. Ну, плюс там еще 4 ведра вот такого белого камня. Это вот печной заряд. Мне надо все это промыть. Все выложить. А, еще купил термометр. Я, по-моему, показывал термометр. Ну, вот он. Термометр. Ну, влажность мы будем смотреть и температуру. Мне надо сейчас все уложить и прогреть баню, как она протапливается, сколько держит, какая температура. Потому что скоро обшивку. И, ну, полы делать и обшивку, вагонку, все. И я думаю, утеплять, не утеплять, ставить фольгу, не ставить фольгу. Короче, несколько там спорных вопросов. И мне надо запустить баню, все с камнями прогреть, пар там, все проверить, вот эти все моменты. Чтобы дополнительное, нужно мне утепление или нет, или еще какие-то нюансы там. Ну, самое главное, камушки я купил. Покупали в нескольких магазинах. Потому что где-то там этого не хватает, там где-то того не было. Ну, короче, самое главное, весь комплект мы собрали. С Маринкой сегодня ездили. Весь комплект собрали. И посмотрим. Все, я уложу. Буду подавать, буду тестировать. Температуру смотреть, все проверять. А, еще мы купили сетку. Сюда я унес. Сетку на трубу. Блин, желательно в город не ходить. А вообще тут воняет, пиздец. Это будет дополнительный теплогенератор. Ну, то есть я на трубу ее одену, которая идет от печки. И сюда еще камни набьются. То есть вот так вот она будет еще по трубе идти. Ну, покажу потом. Должно быть вообще круто. Вот так вот строим баню. Посмотрим, на выходных затестирую 100%. Вот я несколько штук помыл. Сейчас, правда, темно. Вон луна какая клевая. И вот так вот это выглядит. Симпатично. И вот мне надо все перемыть. А, я еще, блин, зеленый забыл помыть. Сейчас вот эти, короче, я-то еще помою. Вот, но зеленый не будет видно, а будут видно красный с белым. Мне кажется, вообще обалденно. Получится вот так вот. Очень ярко, я думаю, будет красиво. Ну и красиво, и толк, и польза, я думаю, будет нормально. Вообще обалденно, конечно, мне очень нравится. Ну, посмотрим, какой будет пар, какой жар. В выходные я, дай бог, все это оттестирую. Но двери пока нету, я закрою чем-нибудь и будем топить. Надо мне прогреться, понять, куда что где, откуда пар уходит, как все это, как держит пар печка, потому что утеплять, не утеплять. Много, короче, вопросов. Это, я против всего это снимаю. Короче, вот так вот все это видно. Я помыл. Вот так вот классные камни, мне очень нравятся. Я сейчас вот эти, кстати, полосну. Смотрю, завтра днем 33, послезавтра 33, четверг 27 и дождь. Потом 28, пятницу 21 мая, а потом опять 32, 33, 31. Тепло. Женихи замучили кошку. Теперь она спит вот здесь, втихаря. Да? Устала. Что-то в телефон затупил там на веранде. И чуть не уснул. На улице тепло, под пледиком. Вообще красота. Это время в 12 часов. Думаю, пойду-ка я домой. Сейчас чай попью и спать. Ладно, все, всем пока.